Вязание ирландского листика с зазубринками. Провязываем 8 воздушных петель. И затем пропускаем одну петельку в основании и в следующую петельку провязываем столбик без накида. Так вяжем до конца воздушной цепочки. В самую последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь поворачиваемся и будем обвязывать воздушную цепочку с другой стороны. Вяжем столбики без накида до конца ряда. Самую последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И снова переворачиваемся и будем вязать с другой стороны. На этот раз будем вязать через половину петли столбики без накида. Не довязываем до края 2 столбика. Вот у нас 2 петли осталось недовязанными. Затем вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Затем поворачиваемся, пропускаем одну петельку и в следующую петельку провязываем столбик без накида. И далее вяжем так до конца ряда. В каждую петельку по одному столбику без накида провязываем их через заднюю половиночку петли. В основании листика провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Вяжем через заднюю стеночку петли. И далее разворачиваемся. И точно так же обвязываем вторую сторону через половиночку петли. Провязываем столбики без накида. Не довязываем до конца 2 петельки.
Вот у меня 2 петельки остались недовязанными. И затем вяжем 3 воздушные петли. Переворачиваемся и, пропустив одну петельку воздушной цепочки, в следующую петельку вяжем столбик без накида. И точно так же вяжем до конца ряда, до основания нашего листика. Таким образом мы можем вязать все последующие ряды, и листик у нас может получиться различного размера, такой, какой мы хотим, большой или маленький. У меня получился вот такой интересный листик с зазубринками. При желании можно отгладить его утюгом. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!